Ёлочка, гори! Что, сразу с кармашек? Оно... Есть, давай ближе покажем. Наклеечка такая новогодняя, куколка Лол. Это, наверное, куколка, которая там есть в этом календарике. Ой, куколка. Такая куколка в купальничке. Здесь купальничек. А теперь давай холодную водичку. Значит, не меняет она цвет. Второй день. Второй номер. Бутылочка со звездочками, с сердечками. Это будет платье. Ну тогда ты ее можешь напоить. Ну, пьет она? Я не вижу. Показывай. Ну что? Нет. Она, смотри, как она хорошо плюется. Да, значит, наша куколка плюется. У меня такие красивые волосы. Блестящие. Гламурные. Ну давай быстрее одевай меня. А то я уже замерзла в этом купальнике в эту зимнюю погоду. Смотрите. Вон там осталась одежка. Вот такая вот. Такое красивое. С бантиком, с поясочком. Такое, как зебра. Красавица. Вау, он в пакетике они. Ну что, волшебный гномик? Это сапожки, как у Снегурочки. Смотри, какие они вверху мягенькие, внизу такие золотистые. Очень красивые сапожки. Отлично, какая красота. Такие красивые. Красивая девочка в таких сапожках. Ну, просто великолепная. Я очень модная и красивая. Посмотрите, какая я. И тут сумочка. Красивая. Лежать. А сумочка такая прозрачная. Очень красивая, прозрачная. Кофточка. Топичек такой. Ты будешь примерять? Хоть показывай, что это седьмой. Вот ты так их всех открываешь. Юбочка. А куколка, ну, я вижу, получилась уже с другим, в другом наряде. Красивой желтой юбочки и в желтом топике. Такая красоточка. И курточку. И что тут? И тут такой свитерочек новогодний. Зимний новогодний свитерок.
Все в красивых таких вот... Анах. На таких вот подставочках. Вот такой зимний, новогодний, красивый свитерочек. Девятый будет к этому костюмчику штанишки, шортики. Вот такие вот шортики будут. Ну, с ним давай. Это будет как костюмчик. Девятый это костюмчик, шортики. Уи, и тут у нас шортики. Такие же, как и юбки. Так у нас получилась куколка. Уже третий наряд. Да? Угу. Первое это платьице. Второе у нас что был? Топик и юбочка. Вот так. Да, и нарядная. Мне этот костюмчик очень нравится. Он тепленький и мне в нем уютно. Он такой весь, да, снежиночка. Нарисована кружечка. Кружечка. Давай. Еще одна кружечка. Наверное, тоже новогодняя. Вау! Тут напиток, целая чашечка мороженого, блестящая. Вот такая красивая чашечка. Это мороженое или что это? Или какой-то десертик? 11-я дверка. Тут нарисована такая, ну, курточка. Так. Вау, курточка такая красивая. Сейчас покажу. Еще здесь один наряд нашей куколки. Вот такая курточка. У нас шортики тоже такие вот. Значит, такой спортивный костюмчик. Да. Тоже в виде шахматных таких вот узоров. Розовенькие. И сзади такие лямочки висят. Эти подтяжечек. 13-я дверка. И тут нарисованы сапожки. Сапожки. Открываем. А в пакетике классные сапожки. Такие розовые. Такие розовые замечательные сапожки для нашей куколки. В каком номере? В 13. Наряд очень красивый. Мне лично очень нравится. А теперь 14 номер. И тут нарисован купальник. Интересно, какой будет купальник. Вау, какой отдельный купальник. Цельный купальничек. Интересно, как он будет смотреться на нашей куколке. Вот такой замечательный купальничек у нашей куколки Лолы. Ну, просто куколка-модница. Да, я такая. Я модница. Очень красивая модница, красавица. У меня такой шикарный купальник. Мне можно идти плавать. Открывай 15 номер. Что же там в 15 номер? Вау, какие очечки. Они, кстати, подойдут к вот этому костюмчику. А что это очки у нее на... Они просто не хотели их одевать. И в купальнике. Здорово. Следующая дверка, 16-я. Здесь нарисована курточка. Это чтобы наша куколка Лол не замерзла. И тут красивая кофточка. Блестящая курточка. Она как у Снегурочки. Это, наверное, костюм Снегурочки. И тут нарисованы штанишки. 17 номер? Да. Ну давай, открывай 17. Вау! И тоже блестящие штанишки. Включать. О, это ее фирменный наряд. Вот Арина показывает наклеечки. Куколка в фирменном наряде. В 18 номер. Вау, какие классные.
одевай на куколку, показывай. Какой номер у меня следующий? 19. 19. Открываем 19 номер. Мы уже так много открыли. Осталось открыть еще 19, да? Да. 19 и еще 6 номеров. Красивая. Это новый наряд? Кофточка. Красивая кофточка. Она такая, такого цвета. Бирюзового, да, наверное? Да. Такой бирюзовый цвет. Это зимняя такая, с мехом. Очень красивая кофточка. 20-й. Вот такая юбочка. Юбочка. Наверное, к этой кофточке. Такая зимняя юбочка. Ух, какая же все-таки красотка. Какой у меня красивый наряд. Следующий будет большой. Действительно, очень красивый зимний наряд нашей куколки Лол. И такие красивые сапожки белые с мехом. И юбочка тепленькая. И тепленькая курточка. Наушнички, чтобы ушки были закрыты, и им было тепленько. И тут прямо под вот этот костюм блестящий. Сапожки блестящие под этот костюмчик. Серебряный. Ботиночки, штанишки, курточка. 22-я дверка. Тут нарисована футболка. Вот тут. Кофточка. Малиновая. Ну, она даже не малиновая, перламутровая, такая сиреневая, что ли. С корсетом. Да? Да. Для нашей куколки. Золотые ботиночки. Золотые тапочки. Это не ботиночки, это такие тапочки золотые. С бомбончиками. Вот так смотрится эта кофточка. Эту кофточку, кстати, можно надевать и с этой юбочкой. Она очень даже подходит. И золотые тапочки. Или туфельки с такими бомбончиками великолепными. 24-й. И тут что-то нарисованное непонятное. Такой секретный номер, да? Да. Давай открывай уже, что ж там в 24-м номере. Вау, это браслетик. Это украшение для кукол. Это браслетик такой. 5-й. И тут какое-то платьишко нарисовано. Осталось последнее платьишко, его полностью набор. Это платье идеальное. Идеальное платье? Да. Такого не бывает. Это вечернее платье куколки. Такое бирюзовое, с желтым, золотым даже бантиком. Вот такая она сильная куколка. Вот такая я красавица сегодня. Всем пока! Ставьте лайки!